Вы смотрите обзор товара грабли пластиковые веерные XXU складные 03107. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Благодаря чрезвычайно большой рабочей ширине, составляющей 77 см, грабли пластиковые веерные складные XXU Vario для комбисистемы Гордына идеально подходят для быстрого сбора листьев, скошенной травы, разбросанного ветром материала и другого садового мусора на больших участках. Этот простой в эксплуатации и эффективный инструмент можно разделить на две части в целях удобного сбора материала. Грабли пластиковые веерные XXU Vario могут складываться для экономии места. Долговечность эксплуатации веерных грабель достигается за счет использования высококачественного пластика. Встроенная алюминиевая трубка обеспечивает прочность инструмента. Грабли пластиковые веерные, складные XXU Vario для комбисистемы Гордына могут использоваться с любой ручкой комбисистемы Гордына. Однако компания Гордына рекомендует использовать ручку длиной 130 см или 150 см, в зависимости от роста пользователя. Ручка комбисистемы в комплект не входит и приобретается отдельно. Особенности. Надежное крепление без шатания. Инструмент сами систем просто соединяется с ручкой и крепится винтом. Проверенная технология обеспечивает надежность эксплуатации без раскачивания инструмента. Подходит ко всем ручкам. Ручки Гордына сами систем подходят ко всем инструментам Гордына сами систем. Вы можете выбрать деревянную или алюминиевую ручку, либо остановиться на ручке, обеспечивающей разгрузку вашей спины. Возможность разделения. Для удобного сбора мусора или экономного хранения веерные грабли можно разделить на две части. Ширина грабель в закрытом состоянии составляет 77 см и позволяет эффективно убирать большую территорию. Прочность. Грабли пластиковые веерные Гордына XXU Vario сами систем выполнены из высококачественного пластика и снабжены встроенной алюминиевой трубкой, которая повышает прочность инструмента. Технические характеристики. Рабочая ширина – 77 см. Гарантия – 1 год. Производитель – Гордына, Германия. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.